А тут аэродром прям на озере, что ли? Ну дай посмотрим. Да, походу. Прямо на озере, да. Там даже взлетки никакой нет. Сейчас запомним, да, тут будем искать, найдем. Может поэтому и взлетаешь так без рулежки, без всего, потому что что-то какая рулежка. Понял. Ну да, необычненько. Так, 240. Так один прям напротив нас уже должен быть где-то. Да, где-то он же на дозе. Я его не вижу, что-то с тобой. Ищу, не вижу. Сейчас чуть-чуть мечку. Кого-то пробили. Блин, на фоне солнца я тебя не вижу. Иду так на солнце иду, просто змейку иду. Пытаюсь. Вижу тебя, у тебя чисто. Я тебя тоже вижу, ты меня, я от тебя правее. Так, я его, кажется. Вижу. У меня на час, у тебя на час под правым крылом, да, смотри, в правом час, стоит. Час, у тебя инверсия, да. Чуть-чуть спустись, Ларри. Он пикирует. Строй атаку. Ты ловил. Принял. Ты на него пошел сразу, да? Или да, инверсия? Нет, я вниз дал, и сейчас подо мной. Слушай, проходит. Сзади нас инверсия. Инверсия. Да, вижу. Воздух закрутит, сейчас инверсию пойму. Похоже, фриц тоже. Так, я на этого захожу, потому что тот с нашего курса, по идее, не должен быть фрицем. Смотри, аккуратненько. Этот выходит вверх, пробивать сейчас буду. Не, это верхний тоже немец. Верхний тоже немец, меня атакует. Вернулся. Верхний крутился. Подскажешь, если нужна помощь будет. А ты у него на 6, вас вижу, кажется. Да, я у него на 6, он вниз сейчас пытается в этой... Третьего не видел. Спиралькой уходить. С верхним. Блин, хватит скорости, не хватит выпрыгнуть. Пробил своего. Так, я снова увернулся, но я свою практически спуск уже уравнял. Мой сваливать решил, походу. Мой тоже спускается. Ты где? Чё, помощь нужна? На инверсии, на 5000. Не, нормально, воюю. Спускаю, он сейчас вниз пойдет. Я его уже это уравнял энергии. Опа, я пробитый. Ах, блин, я сильно занят сейчас. Все, занимайся, я займусь. Баг только пробил. Если мне есть помощь, если что, занимайся. А, нет, это немец немца пробил, дурында. Так, ну он меня спускает вниз, тоже не могу пока. Блин, на фоне земли вообще. Он разбился, походу. Так, мы на 2000, на 2000 спустились. Я на нулях со своим кручусь одним, второго потерял. Он, походу, разбился, его мессер сбил. Все, поэтому занимайся. Я сейчас буду подниматься, сейчас собью этого, попробую. Так, а у меня дела не очень, у меня хороший не попался. Если можешь, спускайся, потому что мы на нулях. Я на дозер, я не знаю, где вы. Мы то, я, по-моему, вижу. По крайней мере, кто-то там пикирует. Я в правом, на 2000 меня атакует, у меня 6. Я вижу 6. Тебя, своего пробил, бегу к вам. Попробую спускаться. Все, пропустил его в рот. Так, у тебя дым, у тебя радиаторы? Да, похоже. Бегу, терпи. Не, надо, я... Кручусь, нормально, но... Так, ну тот, походу, все, готов. Отлично, я набираюсь на со стороны солнца, буду набираться, потерпи. Угу, угу. Еще раз стреляй. Он. Это ты... Я, так, отлично, да, отлично, да, отлично, вижу вас. Он мне пушку выдал.
Так, он переворачивается. Ты его видишь, да? Да. Я у него вроде как... Все, я на вашей высоте подхожу. Я же когда сможешь схватить, потому что мне тяжело. Я вот напротив вас, ой, в смысле, навстречу к вам иду. Угу. Все, можешь отходить. Сейчас, секунду, у меня. Ай-яй-яй. Вот, я с тобой ниже прошу. Так, меня его что пробивали? Да, я вижу вас. Можешь отходить, если что. Все, хорошо. Добей, если выйдет. А ты его пробил, он, по-моему, сейчас будет капздец ему. Не важно, добей, если сможешь. Все. Все, упал. Так, ну, надо посадить, наверное. Посмотрим, что у нас. Нет, мы посадили. Похоже, на клад даже. А ты своего... Я своего сбил, да. Ну да, надо уходить, у меня горючка, пушки нет. Так, давай курс 60, встаем. Давай-ка здесь сядем, потому что у тебя радиатор и может заглох. Я имею в виду здесь, на аэродром, который в Буденово. Хорошо, давай, пошел на Буденово. И это, смотри, там по оборотам температура сейчас может подскочить. Вроде нормально пока. Скинул ворота. Так, а это я в радаре, кстати, или нет? Я у тебя слева сзади, нас двое должен. А вот мы входим в радар. Правильно. На солнце, филд на солнце надуется. Я скинул вороты там. В общем, потихонечку иду. Да, не попал я в него жалко. Что-то вот был какой-то за ним разрывчик, я думал, что ты пробил. Но у меня тоже один, я говорю, с одним спустился, второй пришел. Потом мессера пробил, а я этого сбил, которого. У тебя тоже там что-то из тебя вытекает, горючка, что ли? Да, мне бак вот пробил второй раз. Ой, второй, который подошел. Баки мне страшны, но хорошо заправлены. Вода может подыграть фигню. Ну опять у нас с тобой получилось не вдвоем, а как бы это. Ну да, ну а там. А видишь, да, тут вариантов не было. Да. То есть здесь, если мы вдвоем за одним, соответственно, третий на нас. Поэтому. Вот Фил перед тобой, видишь? Да, вижу. То есть здесь, в принципе, может быть и правильно, по-другому никак. Верхнего надо было занимать. О, слушай, что ты сказал, вижу, а сам не вижу. У тебя под левым крылом левый крен сделан, прям между деревьями. А, во, ага, вижу. А действительно это... Так, что-то у меня движок начал чукать, надо побыстрее заходить. Да, движок встает. На глуши, да, заворачивай. Движка, да, сейчас. Вроде успел заложиться нормально. Чернил он тебя, да, черт пошел. Так, там этот, смотри, на взлете стоит. Да, вижу, а чем у меня вариант. Надеюсь, увидит, я сейчас прям перед ним. Блин, и он побежал. Бежал, да? Ну я с краешка. С края. Ну все, сел, нормально.
Смотри, у тебя там тоже кто-то перед носом. Да-да, я его вижу. Не нравится он мне с лечью. Он оторвался тут. Сейчас я вышел встречный пойду. Что-то он там, что-то тоже столкнулся куда с кем-то. Это не здесь. Вроде чистенько, но на филде сейчас. Ну, ты им, конечно, надо с рулёжки переделать, вот, потому что, ну, вот это вот, в адвокатах появляешься там. Сразу бой. Я сбоку сяду. В принципе, там рулежка длинная, можно на рулежку сесть, но, конечно, сложнее. Сейчас танкист приду. 2 секунды. Да-да, хорошо.